Попасть в этот клуб можно было только по специальным приглашениям в мессенджерах или закрытых группах в соцсетях. Однако сотрудники правоохранительных органов решили зайти без спроса. Стол для игры в покер, фишки и карточные колоды не оставили сомнений в деятельности заведения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с сотрудниками регионального ФСБ, приселовой поддержки бойцов Росгвардии выявлен и пресечен факт проведения незаконной азартной деятельности в одном из помещений, расположенных на улице Фридриха Энгельса города Воронежа. На момент задержания в проведении азартных игр участвовало 8 человек, а также крупье и один из организаторов незаконного бизнеса. При осмотре места происшествия изъята вся игральная атрибутика, мобильная техника и банковские карты. Вместе с любителями азартных игр на месте происшествия были задержаны 35-летний организатор и 28-летний крупье. Еще двух сотрудников полицейские застали уже по местам их проживания. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, максимальный срок по статье до 6 лет лишения свободы.